У меня нет цели. Я посмотрел на количество РДД, бля, хилы, молитесь нахуй. Да-да. Я думаю, у меня тоже это хила, потому что это саморезенка, я тут... Почти постоянно мили рейды. Ну, я поэтому и сделал билд, то, что на мне не будет освобожденки. Это как? Ебал я в рот. Это как сделал мне билд, я тоже не хочу освобожден. Может, мы что-то не знаем? Проплата освобожденки, нахуй, идет га. Да похуй, плохо, я согласен. То есть мастер ты тоже, да, все время без освобожденки гоняешь? Да, я все время гоняю, блядь, без освобожденки на миликах, да. Не, ну это да, это да. Подожди, мастер и гоняет, и освобожден. Что? Подожди, мастер, ты гоняешь? Че гоняешь? Балду, блядь, гонять сидит нахуй. Песос по вечерам гоняешь. Я вот тебе скажу, что я гоняю и даже с освобожденкой мне пол. Прохиливаемся. Войд ДД, микстурка в танке, винар танк. Ушли все оттуда, какого хуя там стоит? Зачем вы сюда явились? Ледяные ветра Нордскола. О, Суджира заехал. Да, заехал. Он в Думхаммере вступил. Только... Я его предупреждал, он только сейчас понял, что это говно гильдии, нахуй. Охуел, да? В Думхаммерах я сходил с ними разок. Шкаф ставим. Куда? Я тоже раз сходил, больше с ними не хожу, блядь. Сука, 25 км. Помянем психику Саджира. Так он уже пару раз любовал в гильдии. Да, Левал. И он хочешь? Покупает сока, штаны, да. Латные, арпа, крит. А он крит. Вам сопроты давать будут или? Возможно, да, возможно, нет. Чулан, выдели танком сопрот. Может, нет, а может, да, а может... О, танком сопроты? Дайте да. ГБ. Малики тхилав, 6 кило фигил. У меня есть. Куш ставлю, берите слева. Вольтер. Заходи на ШП, скорее всего. Так скорее или заходить? Я вот думаю. В принципе, у нас миликов сколько, блядь. Давай на РДД, у нас только один приз сегодня, я вообще охуел. Ну, именно ШПшник. Мон, тебе не надо, как обычно, да? Я просто подтвердил инфу. Бля, кто эту дрочь поющую поставил? Нажимаем сочетание клавиши Ctrl плюс S и еще раз потом нажимаем Ctrl плюс S. Да, не убирается, оно умник, блядь. Не убирается. Странно, у меня убирается, у вас нет. Ну, бля. Без звука вообще нормально. Я без звука играю 10 лет, нахуй, все нормально, блядь. Всегда без звука. Фанцук. Так. Сумоним Шансунга. Саджир, отливай нахуй с Думхаммера, возвращайся к нам, заебал. Ты уже в Дискорде, нет? В Дискорде. Через месяц опять будем собирать СЛК. Саджир, отливай нахуй с гильдии, с другой какой-нибудь. Переходи. Я его вижу уже не первый, не второй, даже не четвертый раз. Ливнул. Уже состоит... А, присоединяется. Все, понял.
Я знаю тактику. Напомни мне еще раз свое имя, а при этом странное имя. Натаниэль. Экклезиастр. Султон? Султан, султан. Так, все фулри бафы раздали. Метки я вам ставить не буду, только на вторую фазу. А, не, не поставлю. МК. Релог, значит, 3 поставлю. Оператор, слышишь меня? Бегай за мной постоянно. Только ты. Кто другой не бегает. А зачем? Поймешь. Типа выбегать с рейда скидывать говно? Нет. На последней фазе бегай за мной и все. Потом объясни зачем. Метки на вторую фазу вам поставим. Ну ливнет так ливнет, какая вам разница, шмот он вас так и так не забирал, блин. При том, что он был первый по парону. Кто МТ? Бать у него катана за спиной, пиздец. Малики тут. Малики тут. Жрём. Все, пуляем. Че, он дымки раскидывает? Ты че, блядь, на цирку вернулся, что ли? Дымки. В студию. В рейде. Повезло. Захиливаем рейд у хилов. 50 освобожденки. 600 опять стаков ёбнет агро, блять. Спускайся вниз. Ниже, ниже. Вперед. Нормально. В середине. Чуть правее середины. Правее середину. Не разбивать метки. Подбиваем левые две. И правую одну. Стоп по меткам. Били. Левую, левую, помогите дальнюю. Угу.
Фрида. Не взрываем много стаков. Метки побежали. Я центр занимаю. Слева свободно одна. Вот, все. Далеко не стойте, Ромка, ближе. Слева. Далеко. Справа, далеко. Подставка. Слева. Левее. О, да. Стоп, а, уже падает глыба? Центр. В середину. Не разбейте мою глыбу, блядь. Все нормально. Ты не хочешь Геру дать добить мастера? Нет. Окей. Мы не переведем. Шейпер хорош. Ресайте вот шейпера сразу. Чулан, ресни вот шейпер. Не встает или сразу сдох? Не, он не встает. Я завис, завис. Прав далеко, быстрее за глыбу встаньте. Лево близко. Тут две глыбы на? Да. Право далеко, осторожно. Стоп по глыбам, стоп по глыбам. Близко посередине. Стоп по глыбам, блядь. Разбили. Первый идет в квадрат метка. Только ники анонс. Освобожденка. Освобожденка на трех хилах. Сильно не стакаем. Ой, назад. Назад, отошли от нее. Нормально. Зашел. Сбрасываем сразу эти стаки. Нет, первые. Гем на хп играешь, блять, шарпистула не. То ой, назад играй на. Сразу. Слився с центра. Молодцы. Танк, захильте. Танка на фул. Малекет. Так, Геру даем. Разбиваем. Стаки сбрасываем. Дайте мне сбуст. Так. Успеешь. Агро, Берни, Бучий голову. Геру. Ромка в центр. Ромка ушли. Середина ушли. Не хлопаем, заебали, не хлопайте вы, алё. Просто. Просто. Просто стойте нахуй, курите, чё вы какие, блядь. Бейте жезлами, сука. Тяжка там скоро? Сейчас должна быть. После... Меня убило. Меня убило. Агро, БР, микстурку. Просто. Смещаемся левее все, левее. Бля. ХП, бегом кто-то. Трея глыба. Сейчас Винар даже БР дайте. Samsung.
Не туда ты становишься. Разверни босса в другую сторону. Не-не, так, не через нас. Лежим под этим, под кузом. Котлас. Прячьтесь за меткой, сбрасывайте стаки. Чё вы стоите, товарищ? Не хлопайте, сбрасывайте стаки. На двух хилах из трех живых освобожденка. Метка. Микстурки фул риба. Последняя глыба. Разбиваем ее. А, толку. Ложимся. Как вы заебали в рейде взрывать, отвечаю нахуй. Слепые, блядь. Там еще Кирюха, некоторые мелики молодцы. Там они с 6-7 стаками возвращаются, по ним тикает по 6000 плюс аура. Как ты думаешь? Еще хлопки. Это не прохиливается, такое дело. Агра, какого хуя ты стаки, блядь, хлопаешь? Тебе рассказать, как не хлопать? Если без матов, то да. У тебя 9-е место по урону по союзникам. То есть по себе. Не, в принципе, мог тоже не хлопать, но тогда мы могли бы не разбивали в второй фазе. Когда всех повайпало. Не надо торопиться глыбы разбивать. Да нет, на второй фазе, когда пол рейда легло, просто и так не успевали разбивать глыбы, поэтому пришлось хлопать. Сколько до берсы оставалось? Сам себя слышишь? По-моему, 2. Как вы мистурку уронили, мне просто интересно. Но ликет был с вожденкой, что ли? Просто не хилили. Да, там 9 секунд не захило абсолютно никакого. Даже ходка не висела. Ребят, надо донатить больше, чтобы не был освобожден. Я там саппортил, я слышал, но нихуя не работает. Фазе. Я слышал, с четвертой випки, короче, освобожденка не кидается, честно. Так что, ребят, режим донатить. Ой, освобожденка не стакай, особенно на второй фазе. Если на первой фазе ты, блядь, стакаешь стать, то, пожалуйста, выходи с рейда вот где-то вот сюда примерно, либо, блядь, вот сюда и тут взрывай ее. Они в рейде, блядь. Короче, чтобы максимально быстро сбросить стаки... Ну, ты человека... посчитай, агро, 500-600 урона за 4 стака, а теперь считай, что ты это наносишь 20 людям. Каких 500-600? Вы что, ебанулись, нахуй? А 8к не хотите, блядь? Он попал в щит ДЦшный, вот и все. Повезло. А? Я иногда так хлопаю один стак и попадаю в щит ДЦшный, и никому ничего не летит. Потому что, например, подхиливаю микстурку или еще кого-нибудь. Или метку подхиливаю под освобожденку. Один стак ловлю, и все. Шейпер, ну, я, конечно, отбегаю, но, блядь... Короче, на второй фазе, чтобы максимально быстро сбросить стак не освобожденки, а таинственной магии, вам нужно забегать во время того, как месить на человеке еще метка за него. Тогда это будет максимально быстро, и вы сможете до разбития глыбы, касается РДД и хилов, выйти и похилить или начать бить Синдрагос. Это на очень много... Ну и, короче, вы будете крутыми чуваками, если так сможете сделать. Бежать вместе с меткой и не заморозиться, представляете? Так можно сделать. Попробуйте, у вас получится. Это первая метка бежит в квадрат, и вы вместе с ней позади нее на лестнице бежите за спиной. Попробуйте. У вас будет всего 2 стака освобожденки, которые будут висеть на вас 2 секунды. И
когда глыба упадет, вам всего лишь 2 секунды придется постоять за этой глыбой, не дожидаясь, пока ее разобьют милики. И также продолжать хилить. Я тоже стараюсь не хлопать, блядь, пожалуйста. Ну. А вдруг почему-то больше всего, блядь, хлопает. И на последней фазе, когда вы начинаете хлопать, и на 3 хилах висит освобожденка, ребята, это не прохиливается, это ебота. Рассказывай, Котлас, что ты линкуешь. То, что ты линканул, это урон по одной цели. То есть сколько этот чувак за весь бой получил урона, а не сколько он нанес этим урона по рейдам. Шейпер релогнулся. Вроде здесь да. Уже. Так, дайте ему хотя бы стамину, чтобы у него больше хп было, шейперу, хотя бы. Класки выпили. Лапу я уже дал. Как пойти вообще сопроты выпить? Не посрать, делайте что хотите, но вы должны выжить, блядь. Пуляем. Я бы еще хилам сопроты дал. Никаких нахуй сопротов, блядь. Хотите, пейте, но я считаю этих людей за раками, блядь. Ну да, если вайпаться, то это мы топчики. Ну, почему-то нам раньше это не мешало. 2 раза убили, это уже все пиздец. Да. Бросили стаки, милики, вас касается. Кто там только что хлопнул, блядь? Я один стак. Чё пиздец, 500 гп. Нихуя себе. Слева очень близко, слева очень близко. Ромка, давай, давай. Нормально. Центральный справа стоп. Далеко. Право далеко. Середина, чё? Стоп по глыбам. Ой, пизда глыбе какой-то. Ой, прячься, пизда. Бревно. Блять. Бревно спрятал, что нет. Так вот себе кричал. Чулан, Берни, труп. Пол ребафа по трубой. Лил. Сбросьте стаки, милики, у кого много. Сейчас агро хлопнет нахуй. 14 стаков. Агро, выйди нахуй ото всех, блять. Ебать, хилься! Неплохо так. А как мы выжили? Он же слева стоял, потому что вы карту не смотрите. Он слева стоял от всех. Притяжка была. Он не притяжка. Он до этого хлопнул. Понял, принял. Смотрите. Да, так бы мы сдохли бы. 15 так все. Че вы, блядь, толпитесь на? Близко падает. Справа, близко. По глыбам стоп. Там же падает. Убрали руки нахуй от глыб. Центр, право, ближе. Убили. Дальнюю, правую. Помогите, РДД. Милики, идите, боссы, волпитесь уже. Вовремя, однако, фритом мне дали. Если напоминаем, они забывают просто.
Вась, криво, поверни чуть вправо. Вправо, это там, где мышка, Алиса. Ага. Стаки, милики. Выбрасывайте. Ладно. А, блять, я бежал нахуй быстрее этой толпы, блять. Блин, для чего? Я вот освобожден. Фридом по самревелю, Мосса Берри. По Олесе, Фридом. Фридом по самревелю. Назад, куда ты, блять, пошел? Центр чуть левее. Центр чуть правее. Ну, бывает такая хуйня, надо убегать подальше нас. За спинами у вас. Блять, центр, хуй пойми, где падает, очень-очень близко. Разбили. Саммер в толпе сдох, судя по карте, и его трупу. Разбили, ну, да. Было бы быстрее удушьего. Ребафнить. Готовимся переходку. Агро, бэр, по чопсу. Хотя, блин, наверное, зря, но блин. Уже скоро переход. Скинули стаки, милик. Вторая РД. Фа. Отойди чуть-чуть назад для того, чтобы побежать сразу же возле лестницы с заметкой, который побежит в квадрат. На бой. Все, идем за меткой. Сразу же встаем. Стоим, сбрасываем. Ну, блять, не близко, а возле лестницы. Кто-то хлопнул. Пидар раз. Отойди, малекет. Притяжка. Отойдите. Еру. Ё-мать, хилили. Оп, по глыбе, дайте скинуть. Стоп! Нет, следующий тук. Бэра нету. Середина с Аджиром. Отойди, бревно. Да, это вайп. Давайте ложимся же, чтобы не тянуть время. Черт, у меня шивы есть, могу потанчить. Сколько это? И у меня есть шивы. Сбрасывайте стайки, заметку, блять, побежали за левую, за череп. Сразу же должны скидываться стайки, а не, блять, курить вы там должны. У кого же в этом? Все. Не все нормально. Надо, блять, ну да. Я не пойму, я прожимки даю, почему не хилят? Почему? Сколько у тебя фрост-резист? 230. Почему так мало? Ну, потому что у меня нету чарок на фрост-резист. Какие чарки? Алло. Там шмотки. Выпей нахуй сапрот. Сапрот выпьет. Ну. Ну, 100 сап... Поверх 150 фрост-резист. 100 сапрот, 100 аура, а 50 одна шмотка, так? Надо... Вот, смотри, тебя убило ледяное дыхание, блядь. Меня убило от незахила, еще раз говорю. Нет, я дал прожимку, 110к хп. Вот я тебе говорю, как меня убило. Давайте спикнуть в рессор шамана, у меня, блядь, 12 место по ДПС. 7, давайте в 10 хилов нахуй. У меня 13-е, блядь. 5 стаков освобожденки подряд, здорово. Двум танкам и хилам сапрота, и все. Это дрочь, блядь. Дим, у тебя есть сапрот?
Да, конечно. Что вам мешало два трая, блядь, убивать нормально, блядь, а на третий трай вам понадобились сопроты? Религия, блядь. Кто, блядь, запустил? Молодцы, нахуй. Шреддер. Ромку пулы типа, цензурус. Как я пулю вообще вафельку ем? Не мой труп. Ну, резьтесь, КД, мозрез. Может быть, это ничего да. Не значит, но на офе били 7 хилов синдром. Да там и на 4 хила били, и 3 хила били. Ну, там не в этом. Да зависит. Микстурка. Последний захил по нему прошел. Ого. Ого, по нём захил не прошел. Секунд. Проворачивается, блядь. Больше 12 секунд, его вообще ни одна хилка, блядь, не влетела, кроме классной объятия вампира. Вы чё, блядь, хилы нахуй. Пока не все под собой, я свои все прожинки даю. Захваты рун, аджор, кровь вампира. И, ну, я не успел просто незыблемость еще дать. Может, если бы дал бы незыблемость, то выжил. Я тебе говорю, мне от захила. Минус 30%. Еще этот нужен, как его, блядь. Бабу еще бы, блядь. Да, я понял, просто его в прошлый раз 9 секунд не хилили, в этот раз 11 секунд не хилили. На рекорд идем? Я понял, проверяю. То есть, короче... Слышишь, я забыл это... усиление юзнуть, чтобы у меня руны откатились, я бы сам прохилился точно. Извините, пацаны. Хилы, извините. Это танк виноват на туре. Блять, вы такой хилит себя сам. У нас челик ему... Тупо народная поговорка. Дайте ему ГП, Диману. На туре. У нас челик говорил, ДК может без хилов, короче, жить 30 секунд или 32 секунды, что-то такое говорил. Я всегда рофлил с ним. Ну, сейчас, походу, проверяем. Да, походу, будешь 30 секунд жить. Ну, давайте, сейчас я макро сделаю, чтоб незыблемость еще включалась. Давайте, проверим. Фулл баф, все здесь, гоу, баф, бегу. Демон, назовем бафник, пожалуйста, камень, памик, стурки, блядь, восхищение камнем души, блядь. Влад, душей. Хилят тебя душейно. Алиса, но ты-то не Влады. Я-то не дохла. Да ты ж сдохла на таком... На самом деле тут ролит, рулит АДК. Там, нахуй, не сомневайся. АДК сосёт тут вообще. У меня плюс 150 сопротов. А из чё тут рулит АДК, блядь, скачанным куполом, нахуй? Если ты ещё... Так а он не имеет. Пол под себя кидает. Все готовы, господи Иисусе, ходайте рейд, пошли вниз, давайте отсчёт. Или чё там, блядь, уже, гоу. Или жарить пирожки от турбо, ням-ням, вкуснотеево. Не пирожки, шаурма. А это ворожок я. Подзалупный. Кш, кыш, флудиарсты. Кш. У нее масло есть клиторное, ей похуй. Хвост плохо бежит. Сука, короче. После листаки пошли в центр. Мильки, готовьтесь скидывать. Скидывайте, у кого много милики. Алис, фридом дайте. Вниз метки, бревно, мосса. Давай его назад, вперед, агра, вперед пошел, агра, агра. Сука, выйди вперед, на. Слева близко. Слева далеко. Кто по ближайшим глыбам? В глыбе? Середина. Центр, центр, центр. Справа. Разбили. На мулик записал.
тральные печеньки разбейте быстрее. Если стаки вернулись, да ничего не стакают, только хилы. Или скоро притяжка, у кого много, скиньте. Кроме оттуда, валим быстрее. Я пирогущий. Вам повезло, что прожимку дал. Вернулись, так вернулись в рейд, стоим курим. Только 10 секунд. Накинули доты. 3. Замолись. Никто не уцелеет. Наконец. Сейчас буду записывать. Иди отсюда. Слева близко, быстрее. Или там же. Интерстоп, там хватит же. Бить. Левые помогите чуть-чуть, левые помогите. Где, блин? Центр. Слева. Чуть левее. Правильно, разбили сразу. Намного, верни назад чуть-чуть. Скинули стак, стоим курим. Или у кого много сбросили. Побольше 6-5. Чтоб вы на притяжке не сдохли. Валим оттуда. Шейпера подхил. Суджира подхил. Листакер, да-да. Дотка 5 секунд. Накинули дот. Таки смотрим. Ура, сегодня мой день. Чуть ниже спускались. Посередине. Да, посередине. Чуть по левее середина. Стоп, по централи. Где-то слева. Забежали за слеп. Центр далеко. Тихо-тихо. Бить. Да-да, не подбегаем туда, стоим сразу на лестнице, потому что уже переведем. Ну, листаки, не хлопаем. Мелики переведут, мерка 3 секунды. Кинули стаки, мелики. Метка агро появилась. Левее, все левее, бежим. Рики сбросили стаки. ЛР захил, Чопса захил. Прятались. Гимн на ХП, классно, бегом. Че это только что было? Император. Император центр. Бревно уйди отсюда, блядь! От императора уйдите. Захил микстурку, захил Саммера микстурку, Войда. Скинули стаки, не хлопает. Чш, не разбивать, притяжка. Ждем. Эвинар захил. Листаки спрятались.
Бегом, милики Вера. Быстрее, Котласа за хил, Суджира. Джира, ушли из центра. Микстурку за подхил. Джира крутится там, блять. Стоп, глыбы, стоп, стоп. Чем быстро? Агра, влево, влево. Следующую не надо так сильно вливать. Окей, смотрим, скинули, спрятались. Сначала скидываем, потом сливаем. Не, дамага по глыбам. Сунгим на хп, бегом. Стойте, у колодца умирающий. Шреддер. Шреддер мид. Ушли с центра, ушли от Шреддера. Он листайте. Пана захил, Фуджира захил, Микстурку захил, Мастера захил, быстрее. Я раздох. Хуй с ним. Вставай, Казум. Казум. Ушли от него. Отойдите от Лока, Микстурку захил. Шансунга захил. Скинули стаки, спрятались. Бегом. Шансунга захил. Ой, назад. Давай. Следующий ты на гин хп скажу. Морсом по императору, да. Классно. Значит, кто там? Быча следующий. Классная. Пошли. Разбиваем. Стоп, 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 стоп. Ждите чуть-чуть. Гим на хп, бегом. Кто там? Кто-то хлопнул. Отстыщ, нахуй. И до гим на хп. Казум в сторону. Чулан, Берни, Маликета. Отлезь влево. У всех помогите, присты, друиды, друг друга подхильте. Мастера, Турбойса, Мосу. Маликета, Берни, хорошо. Сунг вышел. Кто, сука, хлопает? Шреддера подхил, Моса сдох. Агра, Бер. Гим на хп, под... бучи голову. Да ёб твою мать. Был. Чуван, тут есть Бер? В жопе мира на меня стаки. Предлагаю добить. Последний глыб. Надо... Глыбу поставьте так, чтобы можно было сбросить стаки на мне. Вот я сейчас поставлю. Просто сбросьте стаки. Ёб, только да я сейчас сдохну. Смотрите, херам. Кто хлопает слишком сильно. Разбей. Да не успеете. Два хлопка было на третьей фазе, блять, когда мы прятались за глыбы, которые чуть не убили весь рейд. Ну да, да. Два раза хлопнули, гимнов нет и все, и пизда. Ну сейчас был хороший трай, только, блядь, вот это в конце эти два хлопка, блядь. Угу. Умер, хулипал и все. Добрый вечер. Чулан, у тебя был бар? Нет. Я был под шестью стаками хиля рейд в жопе мира на лестнице. Я не мог его бэр. Извини. Если бы я пошел, я бы всех убил, кера. Потом по КД освобожденка. Слышал, я бы обернул, но освобожденка и, блядь. Ринкани. Делаем следующим образом. Моса спекается в кота, я захожу на холипала. Может, перекор 2 минуты? Хуикур, блядь. Если ты курил на тряше, пока все несли. Ну так вам кто-то забронял? А рыбу кушайте справа. Поставьте. Все на каком-то подъеме, лучше убить ее, а потом идти курить. Никаких нахуй РДДшников, вы так, блядь, хлопаете, как конченые, блядь. Миликов надо на. А вы не читали чат, да? Нет. Маленький накопил 16 стаков и хлопнул, убил себя и пол рейда просадил по хп. Да, я смотрю, у него что-то дамага, пиздец. Урона 6 миликов на первом месте, потом идет, ну, да. РДД, потом еще 3 милика, потом опять РДД. Полученный урон, первое место Микстурка. А, нет, сори. Урон по союзнику Маликет, Войт, ЛРА, Мастер, Чоп, Спан.
Там урон союзникам, смерть. Это по себе урон. Ну, я понимаю, что по себе. Он идет и по себе, по всем остальным. Обмороженка и только по себе. Шкаф поставь. Ответный удар, обмороженка, удушение. Просто дело в том, что не только один паладин должен беспокоиться за хп танков, а все 5 или 6 хилов. Прям все без исключения должны что-то кидать на танка. Если этого не делать, то получится... Чем с танком все нормально было? Да, ну нормально, потому что Маликет хлопнул. Он захиливал, копил 16 таков и захиливал, было нормально, а потом все по пизде пошло, когда он умер. Кстати, этот Бабл сбрасывает статы, да, сбрасывает. Микстурка себя захилил на 400 тысяч. Маликит по нему 280 нахилил. Баф, давайте уже, все здесь. Че, некому нахуй пиздеть, что я этот, да? Стал смотрит, пиздец. Я вот когда первая метка, она только кинулась, человек побежал. Вы посмотрите на стаки, вам же еще бежать, и на вас аура эта сраная. Вы добегаете, у вас 10% хп. Сделайте так, чтобы у вас было хотя бы 50%. Вас бьет и аура, и ваши стаки. Каждый раз. Не набирайте там пиздец дохуя. Еще надо метку захилить, чтобы она не сдохла. Дай мне ассист. Как мог сейвал там пана, еще там кого-то, постоянно одних и тех же миликов, которые с дохуя стаками. Именно миличными. Сове. Тяжело на самом деле из-за того, что много миликов. Дай ассиста. Нормально. Но умираем мы, блядь, не из-за миликов, на. Он так-то, да. Нет, нет. Это на второй фазе уже тяжело просто немножко. Из-за того, что миликов дохуя. Чекай, мастер. Да и больше РДД реже на этого. Реже на хилов спрыгает освобожденка. Малик, я вам... Я чё не пьется на ивинар, когда моя на микстурке. Я вам помогаю, как могу в сове, когда на меня нет стаков, когда вижу, что на вас освобожденка. Дайте каску. Вычи голову. Чисто как так, купил, чтобы ладно. Не сдох. И все. Пуляем. Говорю, каску по вару. Сок нету, да, кстати. На друиды. Не вижу на маге каску. 500 пп. Не вижу на роге каску. Вообще каску не видно, что там. Не, тяни, тяни, тяни. Еще, еще. Еще, разворачивай. Просто. Кваск притянул не к хвосту. Форт ДД касается. Там чуть-чуть поверни на полшага. Алис. Притяжка, скинули освобожденку, милики скинули все говно. Войда подхил, Фуджира подхил. Взлетка, 2 секунды, накинули дот. Сифридом. Пришли метки. Когда не стойте, хоть пару метров отойдите. Далеко. Центральную, в центре падает. Не, РДД подбейте. Что глыбами падает? Право, право. В центре, трусы. Где печенька? Где печенька падает? Хуя вы, сука, разбили, где? Блядь. Ложимся нахуй. Падаем все, блядь. Вы что, вообще, блядь, не можете следить за своим ДПСом или как, на? Или, блядь, после того, как вы убили лича, все, вам больше нихуя не надо, блядь.
Сейчас спулите нахуй Синдру. Че, стой на месте. Суманите бычу, пока шкаф стоит. Где там носу? Ой, много. Ну, бывает, две глыбы, ребята не забрались. Ну хули ж поделать-то тебе? Да там больше интересовало про это, блядь, скрестили шпаги. Думаю, в этом прикол хоть кто-то заценит, ну ладно. Пойду сброшусь с моста. Приветствую. Ступай с миром. А кого хлопнуло на взрыве? Когда глыбу разбили? Чопса, Агру, кого еще? Первых там троих посмотри по списку, кого. я просто не пойму. Стоит глыба, две глыбы друг от друга, блядь, в миллиметре. Ну ты что, не видишь, что эту сейчас разобьют? Она до тебя это дота. Неужели трудно шаг сделать? Чуть левее. Они стали чуть левее. Ну чулан, чулан, передо мной разбилась глыба, но я же успел сделать шаг за... Это ты. Хотя мы стояли, типа, ну, одинаково. А тоже сделал шаг, да. Меня же не взорвало. Ну, я вижу, что глыба разбивается, соответственно, я пойду за другую, блядь, встану. Это же логично, что она сейчас от дот дотикает. Ну, у тебя, возможно, лучше отображается. Да, что там глыба падает. У тебя реакция, возможно, получше. Ой, а если бычьи голову сейчас шаг сделает, я, наверное, спулю, да? Стой на месте. Замри. Стой, где стоишь? Тебе есть не надо, бафы на тебе есть, что тебе еще? Ну, ладно. Кури. Наверное, лучше отображается, лучше реакция. Руки две, пальцев на них по пять. Сука, ну а что поделать-то, не все такие, как ты. Сука, у тебя шесть, блядь. Я, между прочим, чула, ну зря ты говоришь, что не все такие, как я два раза, блядь, сдох от притяжки. Причем один раз я сдох в толпе, причем бежал я не самый последний, но все равно сдох. А второй раз я сдох, блядь, когда я был за камнем, нахуй. Даже труп лежал за камнем. И опять же скажу, не все такие, как ты, не все умеют вздыхать за камнем и так далее. В принципе, да. Не, ну за камнем еще ладно, там можно сделать поправку, но, блядь, то, что я в толпе умер. Ты же видел, да, труп мой? Я там даже не близко был, хуй знает. Дальше Лока еще был, который портается. А я хлопать не хотел. Где порт Лока, ты как раз лежал вот прям за портом Лока. Ну, пинта из-за пинга, вероятно. У меня такая хуйня часто бывает. Ну, из-за задержки серва, помноженной на твою, вот и все. Понимаешь, я жду, когда я сдохну от какой-нибудь хуйни, потому что у меня будет задержка серва такая, а моя такая. Не, у меня задержка не в серве, у меня задержка в развитии, сори. А, ну, нормально. Кто бафает каски? Да никто не бафает, не видишь, что ли? Мастер линковал в начале рейда макрос, кто чё бафает? Или микстурка, не помню. Поэтому они перебафывали, я теперь, блядь, каски бафаю. Всё, получается, мастеру ГП хуй. Косарь. Пять, блядь. Ну он же по косарю за каску даёт, блядь. Я в сундуки закинул око Зула и величественный циркон. И ПГП плюс один ХП спонсор, блядь. Микстурка, чё так дохуя ты ему дал? А ну снимай, на. Даже ник не умеем читать, нормально. Чек. Где бычьи головы? Просто тыкните что-нибудь. Неважно. Есть на вас бафы, нету, неважно, просто чек. Возле квадрата бычий голос. Мастер переливает ГП с персов, посмотрите. 10 тысяч перелился. Все тут стоят, бафайтесь. Это на чё, Арча? На пул.
А это да, вообще без приста бафа. Маликет. Бафа. Мне хуй лазить, хуй знает, где на. И два, один пошли вниз, хотаемся, бла-бла-бла, жрём еду, бла-бла-бла. Бычья голова может двигаться. К нам на два шага. Еще. Еще шаг. Несли. Хлопнули, вернулись в РТД. В сторонке хлопнули спокойно. Лики, у кого много, готовьтесь скидывать. Скидывайте. У кого много. Да, меня достало. Заебись, встал. Конусное АУЕ. Валили оттуда бегом. Вы угораете. Знаешь, как я умру? Когда нож лизнул, я... Вышли метки. Подвинься, ну подвинься. Ну хотя бы так. Парите. Похуй, пока не тратите. Ой, справа. Смотрите, где? Центр. На там есть такой. Слева очень лево. Близко. За спинами ваши. Дубу черепок подбейте. 300к там. Слева чуть дальше. Слева, слева. Это вот по 400к. Помогите. Брат, подбили. Бегом. Мастер здесь? Да. Разбили его, еще быстрее. Турбо захил, блядь. Свои мастера. Мне, да. Никого больше не резать. Все. Баф ему дали. Лил, ман. Дали там хотя бы стамину, там ту каску. Папа Владимир. Притяжка, мильки стаки, смотрим. И оттуда нахер. Нули в стороне. Нулись обратно. Подхилите чутка. Ну, спасибо. Только 15 секунд. Что началось, блядь? Секунд взлетка накинули доты. Дымались. Дает по БДК Freedom. Вышли метки. БДК Freedom дайте. Хватит хлопать. Да им похуй. Гриша вайт хлопать, они еще больше хлопают. О, близко, бегом на лестнице падает. У нас 4, твою мать. Ну, ложимся, походу. Ложимся. Трай сам. Дайте. Диван там дайте кому. Идем. А, я ебал. Сейчас, секунду. Сдавай, красавчик, тяни. Чё, Димон? Димон опять не прожался, микстурка. А не, он жив, видишь? У меня можешь есть от Кирюха, на мне нет дебаф. Блять, я нажал не тот макрос, сука, релоуд тыкнул нахуй. Сейчас. Сейчас перезарядишь, давай, и нормально будет. Тянем, блядь, ЛК на 3 дня до пронос. Ну а почему бы и нет? Ну, может, люди научатся не взрывать в толпе. О, страйк.